очень давно хотела машину. Да, у Лены просто Анька, она как бы не говорила, то, что там особо не болела этим. Просто у Аньки появилась возможность ее купить, она взяла ее. Если не понравится молодой человек, а у него не будет машины, то есть как, это ничего не изменит. Главное, чтобы мужчина был хороший. Долго копила, понимаешь, на нее? Очень долго. Да, просто мы с кем-то очень мало общаемся, кто-то не знал просто, что я тоже давно хотела машину. Да, да, конечно. Да, что ты еще не знаешь обо мне? Я еще выучилась на права 2 года назад. 2 года назад, ну я в этом году, какая разница? Ну да, выучилась. Все, Лен. Все, Лен, нет, нет, не надо, все, я тебя не слышу. Ля-л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 я. Вот, вот из-за этого все разлады в группе, понятно? Из-за машин. Так, давай, 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 моя хорошая, где моя зайчка? Я не могу купить машину, потому что мне нет 18. Мне 17. Скоро будет. Не 15, но скоро будет 18. Нет, не 16. На маршрутке или на автобусе пойдем? Можно и маршрут. Ну нет у тебя машины, это не значит, что ты плохой человек или что-то еще. Привет-привет, я Лена, собираюсь делать на своей малышке, ее зовут Милка, аэрографию, поэтому мы сейчас будем пытаться что-нибудь придумать. То есть я хотела сделать что-то необычное, то есть мне нравится, когда у меня что-то вот не так, как у всех. Нужно, чтобы не рисунок отдельно, машина отдельно, а образ автомобиля вместе с рисунком. Да, аэрография должна соответствовать, наверное, как-то твоему внутреннему миру, да, какому-то состоянию, да. То есть не просто так влепить для моды, знаешь, для того, чтобы это было круто. Нет, я как-то знаю, что черный с красным, это точно сочетание. Если красиво написать черным, да, то это будет реально. Если добавить туда белого или желтого, то будет вообще неплохо. А вот, вот так я не представляю. Нет, на самом деле на эскизе все будет зеркальными тонах. Ты увидишь, как это будет выглядеть на самом деле. Я встретилась с ребятами очень хорошими. Мы придумали рисунок. Я хотела, чтобы у меня было что-то написано. Ну здорово, я думаю, что все. Кул. Поэтому я позвоню вам тогда. Ладно? Да, добро. Спасибо вам. Давай. Еще раз. Счастливо. Да. Давайте увидимся. Удачи. Что вы решили? Я хочу на этом, на капоте. Просто если побить дверь тебе помнут, понимаешь, это будет гораздо проблемнее. Слушай, а может набить тебе тигру, я не знаю, в комнате? Боялась делать аэрографию, потому что я в интернете очень долго лазила, смотрела рисунки, как там делают аэрографию, мне категорически ничего не нравилось. Я вот просто ребятам звонила, говорила, может, типа, не давайте не будем делать, потому что я боюсь. Соответственно, подобрали, что мы сделаем такой свиток, что напишем это таким почерком. Вот. Соответственно, я подобрала, что там буду писать. Мне хотелось, чтобы рисунок был как бы вот машина, как будто она живая. Просто, как будто живет. Нет, 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 не стоит. Нет, 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 я сейчас буду. Слушай, там красивое что-то. Ну ладно, тебе дать смотреть. Нет, все. Машинка там. Жень, иди сюда. Пожалей меня. Она должна быть через 5 минут 3. Бибика моя. Милка.
Стас сказал, что все круто, я верю ему. Мы сказали, что они поцарапали ее и разбили пару. Ну, откройте ворота уже, блин. Откройте. Ну, давайте, не томите. Нету. Женя. Нету. Женя, она же должна быть красивая, да? А что я не показываю? Она же соскучилась по мне, да? Она плохо получится. Я убьюсь. Это будет за кадром.